В Совете депутатов на 79-м заседании народные избранники обсудили ряд ключевых вопросов. Среди них – выполнение программы образования на территории района, вывозе мусора из поселений Загорянский и Монин, а также вопрос оказания мер социальной поддержки многодетным семьям. Муниципальная программа образования – ликвидация второй смены. Для этого ведется строительство школ в микрорайоне Солнечном и Медвежьих озерах, на выходе проекты в Жигалове, Потапове и Новом Городке, а также пристроек школы номер 11 в Чкаловском и на улице Шмидта в Щелкове. Проходит экспертизу и проект создания изобретариума – Центра молодежного инновационного творчества. Ведутся проектные работы по изобретариуму. Много технических сложностей, связанных с тем, что требуется реконструкция фактического здания. Привлекли специалистов, которые помогли нам подобрать перечень очень интересного оборудования современного. Программа за 9 месяцев была выполнена на 70%, в среднем, ну чуть-чуть меньше, 70%. Вот, в основном, как бы, итоги ее реализации депутатов устраивают. Вот, ну, конечно, задавались вопросы, которые касаются технического творчества, вопросы, которые касаются того, когда же наконец-то у нас появится изобретариум. Администрация представила депутатам информацию об оказании мер социальной поддержки многодетным семьям. Руководители профильных ведомств подчеркнули, что поддержка, предусмотренная федеральным и региональным законодательством, предоставляется в полном объеме. Многодетным семьям, которым планировалось выделить земли под строительство в Анискинском и Свердловском, будут подобраны другие участки до конца года. Там был сформирован целый пул земельного участка для предоставления многодетным семьям. Будет решаться вопрос предоставления земли под индивидуальное жилое и дачное строительство для многодетных семей. Сейчас администрация ищет земельные участки на территории Щелковского района. Загорянскому и Монину окажут помощь в уборке стихийных навалов мусора. Депутаты поддержали решение администрации о передаче функций по сбору и вывозу мусора от поселений району. Городское поселение Загорянский, городское поселение Монина передали нам часть полномочий в рамках ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Поскольку все-таки в бюджетах этих поселений средств на данные цели недостаточно, Щелковский район взял на себя эти полномочия. Население все равно идет к депутатам. Независимо от того, чьи это полномочия, правильно? И поэтому мы, как такой, как бы абсорбируя такие самые важные вопросы, пытаемся донести их до правительства. И в части решили вот в ближайшее время организовать 7 числа круглый стол по вопросам, которые касаются медицины. Еще одно решение касалось присвоения звания «Почетный гражданин» Щелковского муниципального района. Высшей награды муниципалитета удостоен глава сельского поселения Медвежьеозерское Владимир Канахин. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».